29-летнего жителя Новосибирска судят за мошенничество. Мужчину обвиняют в махинациях с транспортными картами. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Бердску. По версии следствия, в период с октября 2017 по январь 2020 года житель Новосибирска пользовался служебным положением в организации и получал доступ к топливным картам, которые были предназначены для заправки служебных автомобилей. После этого мужчина находил среди знакомых желающих покупать топливо по сниженным ценам, которым и продавал транспортные карты. Зимой 2020 года в организации обнаружили многочисленные нерегламентированные списания средств с корпоративных транспортных карт. Полицейскими установлена причастность фигуранта к 6 эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба предприятию превысила 3,5 миллиона рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине за аферу грозит до 10 лет лишения свободы.